О русском стиле рукопашного боя слышали многие, но что он конкретно из себя представляет, знают не все. Смирная, ровняй на середину. Товарищ капитан, личный состав первого тактика для проведения рукопашного боя построен. Замесит командир Азова, скажите, да. Раз, два. Все есть? И второй уровень удерживай. Спина прямая. Переползание. Тут потом, при этом. Что, поехали? Назад крокодил. Назад. Пошел. Быстро. Лёг! Хорошо, достаточно, лежим, продолжаем. Всё, пошёл следующий. Пошёл, накатываемся и сразу ложимся. Пошёл. Поехали. Давай, сразу крутимся. Сразу накручиваешься, пошёл. Пошёл. И становитесь тоже. Давай, хорошо.